Кошка играет со Славиным тапком. Там у нас дверца от кухонного шкафа. Чтобы кошка ее взад-вперед не наклоняла, она любит залезать в такие всякие баррикады. Это от мусорного ведра под корзинник. Да, туда часто залазит, Саша подложил полотенце. Теперь видит, что я ее снимаю, тапок оставила в покое. А так она его таскает, как собачка, в зубах и играет с ним. Принесла из Славкиной комнаты тапок и вот лежит, отдыхает. Вот кекс, который я сегодня готовила, про который днем говорила. Вот такой он получился, как вы видите, высокий и очень-очень вкусный. В меру сладкий, неприторный. Ну-ка покажи, как черепашки-ниндзя. О, а вторую руку? Нет, пальчики-то вместе, указательные, средние вместе и безымянные. Вот так вот. Вот так. Да, давай, вторую руку делай. Какое напряжение все на лице. Ну, почти. Папа, покажи, как должно быть. Ха, черепашки-ниндзя. А у Славы черепашки-ниндзя. А вторая рука? Ну, почти, да? Прикол. Солдат? На тебе еще пистолет. На. Ну-ка, смотри на меня. Оу! Печеньки. Что готовим? Печенье. Все. Комментарий. Печенье-то какое будет? С твоего канала. Ну, понятно. В духовке будете печь или в мультиварке? Они, по-моему, в духовке пекутся. Понятно. А сейчас вы что делаете? Что мы сейчас делаем? Тесто замешиваете. О, видишь, что у нас должно? У вас коллективное творчество, да? А для кого готовим печенье? Для себя. Для себя, ну ладно. Потом попробуй. Результат-то нам дадите попробовать? Мы с папой первые в очереди. Да, походу там Сашка первый будет. Молчание. Для Славы. Красота. Это первая партия-то еще. Вы еще фигурками. А вы же потом будете сгущенкой их промазывать. Ой, фигурки-то наш. Неудобно, наверное, промазывать. Умная мысль приходит и после. Понятно. О, да какие они разнообразные. У нас что, еще мишки были, фигурки? Да. Мы использовали все фигурки, которые были. По полочкам. Коллективное творчество. Угу. Время 11:00 ночи. Девчонки... Готовят. Да. Пекут сладкое. Стопудово еще потом пробовать будут. Уже. А уже тесто так пробуете, да? Пойди, сгущенку-то половину уже слопали, нет? Нет. Они уже и присыпки всякие подготовили. Орехи, мак, цветная посыпка. Что, кокосовая стружка? Да. Понятно. Вы потом посуду-то не забудьте за собой помыть. Посудомойка. Посуду, ну хотя бы туда составить. Ладно, потом результат-то покажете? Нет. Ну, мы тогда без спроса. Вот такая красота получилась. Первая партия, да? Прикроем духовку. У вас следующее-то уже готово? Нет. Какие вы нерасторопные, а? Мы пытаемся. Ну, запах стоит. Вкусно, плохо? Очень-очень. Прямо слюни бегут, да. Нет, очень-очень вкусно. Ксюш, тебе что-то кто-то пишет? Видимо, да. Ну, ты занята работой, да? Да. Понятно, даже оторваться не могу, да? Вот они, змеи-искусительницы-то, на ночь глядя. Саша, у тебя еще слюни там не текут?
А что это вы побежали-то, кулинары? Ну какая целая эта гора получилась. Это в школу. Ну что по вкусу? Марина проговорила, не рассказывайте. По вкусу-то как? Я понимаю, дегустация, что еще осталось? Сгущенка, ну. У нас вон еще дегустация. А, у вас еще там. Я чувствую, сегодня еще полночи будете приборку наводить на кухне. Вот это ты должна была так готовить. А такую булку напополам разрезать? Ну да. Так, и вы еще с разных сторон по-разному? Бонус, да? Супер. Да, я тоже буду. Ну что? Гамбургер. Вчерашние сборы? Вон еще осталось. Вот что нам домой оставили. И посмотрите, сколько они с собой взяли. На весь класс, наверное. Нет. Нет?